Большая зарисовка. Мы в Берлине возле Бранденбургских ворот. Просто хотелось, чтобы вы это посмотрели, чтобы вы это увидели. Вот так вот в Берлине сейчас отмечают День здоровья. Мы стоим уже здесь, наверное, 20 минут. И мимо нас бежит вот такое количество людей. Сегодня в Берлине День здоровья. Я просто хочу, чтобы вы это увидели, друзья. Это того стоит. Вот так вот немцы отмечают День здоровья. Это центральная улица. Мы сейчас еще дадим, ну, дальше. Мы находимся где-то в 2 минутах ходьбы. В 2 минутах ходьбы от Бранденбургских ворот. То есть это центр Берлина. Вот. После инотранса сейчас мы встречаемся. Виктор Бабурин сейчас подъедет с Ольгой, со своей женой. Женя Кудряшов, Алексей только что отошел сейчас. Вот. Поэтому, друзья, это надо видеть. Это впечатляет. На это хочется смотреть, друзья. Это центральная улица Берлина. Центральная улица. И вот это уже мы стоим здесь около часа. И вот час, люди бегут, это пропаганда здорового образа жизни. Да, сегодня, конечно, друзья, мы, конечно, сегодня отдыхаем. Вчера вот. У нас, конечно, вчера был очень такой тяжелый вечер. Закончили выставку, закончили. Там у нас была большая встреча с партнерами в ресторане «Мимино». Друзья, было очень здорово, очень здорово. Вот. Это достойное завершение, я могу сказать, достойного мероприятия. Поэтому все хорошо, все здорово. Вот. И партнеры вчера все остались довольны. Ресторан, который еле-еле вместил 500 человек, там, которые туда пришли, еще... Я тебя знаю. Нет, ребят, я не... Вот честно могу сказать, я сегодня не побегу. Можно я просто сегодня постою, на это посмотрю? Не, да, сегодня я, друзья, не в официальной. Сегодня мы просто гуляем по Берлину. Вечером мы вылетаем все. Я вылетаю в Минск. Завтра у меня с Анатолием Эдуардовичем очень такая большая встреча перед тем, как в Москву поехать. Не, ребят, это здорово. Вот когда смотришь, это тысячи людей бежит. Тысячи. Это здорово. Это немцы, видите, здоровый образ жизни. Здорово, это все бегут. Это, чтобы было понятно, это центральная улица. Мы возле Бранденбургских ворот. И вот такое вот, так сказать, это. Когда будет репортаж? Все будет, друзья, не переживайте. Все будет. Мы вам обещали, мы вам делаем. Все будет. И демонстрация подвижного состава, и путевой структуры, и первых адресных проектов. Друзья, все будет. Да, конечно, тут вот ритм, конечно, ритм сумасшедший. Потому что сейчас вылетаем. Вот я еду в Минск, завтра у меня с Анатолием Эдуардовичем. Потом я на 2 дня буду в Москве, и мы вылетаем сразу в Братиславу. У нас будет встреча со словакскими партнерами, с министром транспорта, все это самое. Русские приехали, бегут. Не знаю, не, наверное, здесь только немцы бегут, потому что русские, наверное, не знаю. Друзья, еще раз покажу. Но это классно. Это классно, конечно. Вот. Алексей пошел там какие-то сувенирчики покупать. Вот. Это я вам просто показываю, когда 200 человек кричали «Строй Skyway». Конечно, было, друзья. Вы абсолютно... Значит, а вчера, когда мы сидели и отмечали вот окончание этого грандиозного события, ну, представляете, 500 человек, накрыты столы. Мы не стали включать перископ, потому что это все-таки уже тогда... Ну, друзья, такая несколько... Такая, ну, это не надо показывать, хотя определенные репортажи все равно просочились в сеть, там, когда мы песни пели про Юницкого, все, друзья, было. Так вот, конечно, вы говорите, слезы радости, слезы, все было.
друзья, потому что это событие очень большой значимости. Это большая веха. И то, что произошло, вот мы вчера, когда сидели за столом, с одной стороны у меня сидел вице-мэр Самары, с другой стороны сидел вице-президент Deutsche Bank. Вот, и мы все обсуждали, разговаривали. Это, друзья, конечно, не то, что дорого стоит. Будет в ноябре, поедете. Конечно, ну не знаю, посмотрим. Мы пока Москву мы пока смотрим. Сейчас будет выставка сразу отсюда, не распаковываясь, машины поедут в Минск. Там будет неделя транспорта, где будет президент Лукашенко, где будет все руководство. Ух, ничего себе. Тут дядька такой бежит, 2 метра ростом. Это тоже. Просто я вам покажу, что впечатляет, друзья. Вот я уже час почти гуляю по этой улице. И час вот бегут люди, друзья. Час вот, вот. У них сегодня марафон. Это центр Берлина. Это Бранденбургские ворота. Просто они все бегут, и что было вон там дальше, за поворотом, вон там Бранденбургские ворота. Они прям в них убегают. Да, это здорово, конечно, тут ничего не скажешь. Друзья, это... Я почему и включил сегодня перископ, потому что мы гуляем и отдыхаем. Сегодня у нас такой... Всех самолет вечером. Вот, Алексей улетает, и Виктор улетает вечером, и я тоже улетаю ночью. Вот, поэтому сегодня у нас такой день, скажем так, просто общение с Берлином. Потому что приехать в европейскую столицу, и просто мы гуляем, и погода просто замечательная, хороший воздух, солнце. Вот. Куда вы летаете? Так, я сегодня лечу в Копенгаген. Из Копенгагена я лечу в Вильнюс. У меня завтра там встреча. А из Вильнюса я еду в Минск. Если конкретно по меня. Да, Ротхук сегодня улетел. Он полетел в Австралию. То есть мы должны были... Ну, как должны были? Мы хотели полететь в Минск, но, друзья, есть определенные проблемы с визой. Оказывается, ему, чтобы прилететь в Германию, ему виза не нужна из Австралии, а чтобы приехать в Белоруссию, нужна виза, и он просто не успел оформить визу. Ну, как не успел? Просто не дали визу белорусы. Поэтому он сегодня улетел в Австралию. Мы в ноябре встретимся, он прилетает, у нас будет большая конференция в Мюнхене, он прилетает туда, поэтому будет еще такая встреча. Поэтому, друзья, мы вчера, конечно, когда сели за столом, 500 человек, вот, естественно, первый тост был за Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что автора, создателя, 500 человек, хором, строй Skyway, спасай планету, у нас родился новый такой Skyway. После этого... Второй тост был, естественно, за Рода Хука. Третий тост за Skyway. Четвертый тост был за Виктора Баборина. Я тоже думаю, он заслужил, потому что вы все видели его вчерашние репортажи. И, друзья, давайте вот так вот встану, чтобы вы видели и то, что на заднем плане делается, и несколько... Друзья, я могу сказать, что то, что вчера Род... У меня вчера, к сожалению, села батарейка, ну, не выдерживает такого количества перископа, даже на подзарядке. Но Виктор писал выступление Рода Хука, Ирина, Маргарита Медонецкая, то есть еще там. Увидите все эти выступления. Друзья, я могу сказать, то, что вчера сказал Род Хук, это уникально. Это очень серьезно. Я не знаю, если вы не заметили, не поняли. Михаил Кириченко переводил просто здорово. Друзья, я еще раз акцентирую внимание, почему Род Худ сказал, что я с вами. Почему для меня Skyway – это дело моей жизни. Не знаю, обратили вы внимание на эти репортажи вчера, не обратили. Друзья, он показал карту. Он показал карту Австралии. И сказал, что здесь, на территории 2/3 Австралии, 2/3 Европы, живет меньше 1 000 000 человек. А всего 200 километров Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа живет 800 миллионов человек в бедности, живет без территории, живет без средств существования. Он говорит, поэтому мы должны создать условия, когда они могут приехать и заселить Австралию. Там уникальная природа, там палку воткнешь, она будет расти.
Друзья, представляете уровень мышления? Он хочет сделать счастливыми 800 миллионов человек. И он говорит, и я в технологии Skyway увидел именно это. Только технология это может это сделать. Друзья, я просто могу сказать, это уровень мышления. Человеку, которому 70 лет, который был министром транспорта, который, он миллионер в прямом смысле слова, он очень богатый человек. Очень богатый. Понимаете? И когда такие люди мыслят такими масштабами, друзья, он должен быть только с нами и только в нашей компании. Понимаете? И он с нами. И он сказал, друзья, я увидел в вас то, что вы это можете сделать, поэтому я с вами. Поэтому он презентовал на этой выставке Skyway. Поэтому он с нами вчера сидел, совсем там 500 человек. С ним, наверное, сфотографировались вчера все. Это, друзья, конечно... Ну и еще раз повторюсь уже, как основной итог. К нам подошли с Kawasaki менеджеры и спросили вопрос. Друзья, что у вас здесь за секта собралась? Как мы смеялись. Я говорю, ребята, а ничего, что мы вот эти электромашины продаем? Мы продаем просто электромобили. А то, что большое количество людей хочет это видеть, хочет это смотреть. Так, у нас планы по освоению Дальнего Востока. Ну, естественно, друзья. У нас теперь планы. Мы официально получили приглашение теперь на выставку в Барселону. Это через 2 месяца. И в Индонезию. Поэтому такие выставки у нас будут теперь регулярно. Тут будет... Тут пишут, что? Октября на выставке. Если да, то мы... А, меня тут спрашивают, буду ли я на выставке в Минске. На выставке... Так, друзья, что-то слетело. Так. Слетел интернет, потому что все-таки я с мобильного... Как радуются. Друзья, это праздник, реально праздник. А давайте мы покажем немецких полицейских, которые здесь стоят. Стоит 2 полицейских рядом. Друзья. Friend Russia Periscope. Окей. Это, видите, два Deutsch полицейских. Тысяч. Видите, какие серьезные ребята. Вот они охраняют порядок здесь. Друзья, конечно, вы понимаете, сегодня отдых. То есть это просто... Ну, я вам просто покажу. Я уже здесь час стою, то я уже показываю. Ребят, вы смотрите, что здесь происходит. Такое ощущение, бежит весь Берлин. Вот такие бойцы у нас здесь сидят рядом. Видите? Реально бежит весь Берлин. Весь Берлин бежит. Тут какая-то молодежь побежала. А чтобы было понятно, вот там дальше 200 метров это Бранденбургские ворота. То есть мы находимся в центре Берлина. И вот такой праздник, друзья, это просто, я говорю, это впечатляет. Бежит весь Берлин, все ходят, прекрасная погода, у всех настроение. Друзья, ну просто это атмосфера праздника. А мы после завершения выставки, после завершения, так сказать, это, друзья, это просто... Так, а какие будут машины участвовать в конференции, если эти уедут в технопарк? МММ это хорошо. Ну, не понял я там вопросов, которые друзья задают. Машины, вот, у нас свое производство, машины изготавливаются постоянно. Вот, у нас через месяц будут другие машины. Вы думаете, эти машины сделали и все, на этом все закончилось? Нет, друзья, у нас машины выпускают, у нас свой завод, свое производство. Сейчас пока Анатолий Эдуардович сказал, что мощность завода где-то 100 машин в месяц, потом будем увеличивать, так что хватит. Поэтому сейчас мы дождемся Алексея, сейчас подъедет еще Виктор с Ольгой, подъедет Женя Кудряшов. Известна дата закрытия входа в корневую компанию. Ну, друзья, надеемся, что... Эх, опять батарейка садится. Как вчера у меня не вовремя села батарейка, когда выступал Виктор Бабурин, когда выступал Рот Хук. Но тут, друзья, это уже технические моменты, которые... И сейчас опять садится батарейка, сейчас выключится буквально через минуту. Не выдерживает перископа. У меня хоть и подзаряжающаяся батарейка, но все равно... Через где-то 30-40 минут вещание заканчивается. Поэтому, друзья, что я могу сказать, что сегодня такой день отдыха, день после инотранса в Берлине. Я еще раз вам покажу, этого нельзя не показать.